Пришло время ваших новостей в наших новостях. Наташа Макшаева изучила интернет-пространство Мордовии и готова рассказать о том, что вы посчитали самым интересным и значимым. Начинает наш интернет-обзор дорожная тема. Андрей Лютов выкладывает фотографии тройного сальто Рено. На трассе Саранск-Шайгово произошла авария. Неудачный обгон, обочина, и это уже не Рено, а оно. Доска позора вещает. Лестницы на улице Солнечной ведут прямо в небо. Ну или, если повезет, в больницу. С ушибом или переломом. Ирина Дагадина взывает к толпам интернет-пользователей и задает классические вопросы. Что делать и кто виноват? Пользователи откликнулись и большинством голосов решили – позор. А потом начали ямами мериться. Мол, а вот в нашей части Солнечной тоже тихий ужас. И грязь, и дороги нет. Молодая мама Татьяна Манаева утверждает, что поход с коляской от улицы Солнечной до молочной кухни – как полоса с препятствиями. У некоторых на лестнице даже есть любимые места. Цитата. «Ребенок забирается здесь сначала на коленях, а потом встает». Конец цитаты. На риторический вопрос «что делать?» ответил Александр Колганников. «Ступенек нет, но вы там держитесь за поручни». Саранские романтики запускали бумажные фонарики у старта. Василий Хомяков в группе «Привет, сейчас Саранск» выложил видео, где раскрылся весь водный романтизм. Мордовия не Япония, и по масштабам, и по смысловой нагрузке празднества тоже. У японцев такие фонарики запускали, чтобы освещать путь душам умерших. У мордовских романтиков фонарь на воде засветил удачным свиданием и пятничным разнообразием. Мы не знаем, как парням, а вот девчонкам, судя по комментариям, фестиваль понравился. Такая вот мордовско-японская романтика. «Клади асфальт, обрывай провода». С таким девизом к пользователям обращается Дмитрий Хальзев. Он выложил фотографии, на которых дорогу в городе делают очень своеобразно. Активные посетители группы по этому поводу уже пошутили, отметив, что нечего по новому асфальту пускать троллейбусы. Такими вы увидели минувшие выходные и ушедший день. Продолжайте делать фото и снимать видео. С вас комментарии и лайки, с нас освещение событий в прямом эфире.